Я хочу поделиться своим новым изобретением. Это огненный меч. Ух ты! И покажу, на что он способен. За основу я взял Т-образный швеллер. Обмотал его стеклотканью, а поверх стеклоткани намотал стальную проволоку. Длиной 10 метров, диаметром 1,7 мм. Подключил к ее концам вилку и включил в розетку. Там будет припуски, большие токи. Ну, погнали. Ой, да что ж случилось? Проволока перегорела. Не должно такого быть. При детальном осмотре выяснилось, что ее пробило на корпус. Чтобы этого избежать, я домотал еще стеклоткани. Хочу порекомендовать блог Александра, который путешествует по всему миру, посещая уникальные объекты, выведывая секреты бизнесмена, рассказывает про стройку, архитектуру, дизайн и проводит удивительные эксперименты. Например, мы узнали, что дерево не горит. Подпишись на канал Goodwood, чтобы не пропустить все это. Вот ей, чтобы не искрило розетка. Вот это звук! Приваривайся с нами. Смотрите на этот джедайский меч. А он уже светится, кстати. О, класс! Да, гля. И вроде все нормально, только единственное, что дымит. Это первое включение. Свет, как мы видим, не просаживает. Потребление энергии небольшое. Всего 29 ампер. Можно взять его? Можно. А у тебя перчаточки защитные? Сначала одной рукой, да? Правой. Не, правая — это сердце. Сердце вообще-то слева. Чувствуется, что по нему ток идет. Как? Вибрация? Да. Не, ну вибрация должна быть, это ж магнитные поля. Да, чувствуется. Я чувствую это. Берешь этот меч и чувствуешь, как от него идет приток энергии. Да. Дымит хорошо, не светится, пока не осталось. Смотри, ну что, ух ты, есть. А тут сильнее светится, знаешь. Сила пробуждается. Ого! Вы это видите? Он вошел со мной в резонанс. Та-дам! Огненный меч ожидает. Тар-да-дар-да-дар-да-дан-дар-дан. Это думать надо. Конечно, жар хороший дает эта дубиночка. Вон наш шеф-повар идет. Сейчас будет наш первый эксперимент. Мы будем готовить на нем сосиски. Надо переворачивать. Мне кажется, зрители не поймут вот эти звуки, которые ты слышишь за кадром. Глянь, как она закипает. Ну что скажешь? Горячая, нормально. Тебе надо что-то ей будет сейчас разрезать. Забор вот так возьми. Может по крыху? Но она вонять будет. Да. А вон пластиковая крышка. Тан-да-да-дан. Давай, Люк. Дарт Вейдер. Сила зовет тебя. Не нагрелась. Легкая вибрация. Давай, учитель Йода. Ты знаешь, моментально началась реакция. Вспыхивает при прислонении к пластику. Ядреная штукень. Какое полезное изобретение. Корпус по телевизору разрезало как пластилиновый. Так можно рубать дрова. На следующий день мы решили смазать его трансформаторным маслом. Глыщеночка. Водичка тоже пригодится для нашего эксперимента. Сначала проверим на искру. Хорошо. Потом соединяем их. Что такое? Пошло! Вау. Все. Пошло! Сейчас... Это настоящий огненный меч джедая. Вы видите, как он горит. Горит-то он от электричества плюс маслица. Он уже раскалился. Сейчас я вам покажу поближе. Обалденчик. Как только он выгорит, тогда мы его немножечко остудим. Вот в той самой тачечке. Вау. Это будет очень весело. Медный провод не раскаляется. Железный провод, как мы видим, начинает раскаляться под воздействием электрического тока. Он гудит, слышите? Вот прислушайтесь. Чувствуется, как течет ток. Просто фантастика. Мы хотим сделать увлажнитель воздуха. Будет буль-буль-буль. Сейчас тачка будет под напругой. Ты просто ее не касайся. По чуть-чуть сначала, кончиком шипит. Все, ого. Можно сильнее. Давай, давай. А запах? Ух ты, блин! Ого. Масло плюс вода, это же реакция начинается. Он разгорается от воды. Это не бензин, народ, это вода. Смотри, какое пламя прикольное, оно какое-то разноцветное. Ух ты, блин, как ярко. Оно очень... Ау, я перегорело. Ничего, мы сейчас соединим все и продолжим наш экшен. Это называется пыхкотелка.
Так запускаются лазерные мечи. Запускай. Все. Оно моментально. Как-то неровно греется. Сейчас перегорит. Вау! Какой-то новый эффект. Сгорает, потому что, короче, у нас расплавилась проволока. Мы просто его перегрели. Но, тем не менее, у нас получился интересный огненный меч. Им, как минимум, можно с легкостью разрезать практически любые предметы. Как масло.